known of Richard Patrick. Бесконечно благодарен вам. Вы герой. Жду ваших распоряжений, сэр. А, мастер Кормак. Слова охотника подтвердились. Местные бандиты сменили тактику. Каким образом? Наняли Бенджамина Франклина. Теперь он создает оружие. И его охраняют. Бенджамин Франклин. Тот, ученый? Вы знаете о нем? Что ж, он пытается найти способ распылить газ среди жителей. Ядовитый, как выяснилось. Жителей? Я думал, они хотели убить лишь власти. Хотя и это достаточно жутко. Арестованные бандиты говорили о какой-то женщине. Похоже, за всем этим стоит именно она. Я проверю. Спасибо. Хоуп, прошу, только не ты. Absolutely.
help you? Climbing, I need to shoot him. Lothrin, finish him! Эй, я рад снова видеть вас. Хоуп сказала, вы в отъезде. Да, был. Сэр, я пришел забрать ваше изобретение. Ну что ж, прекрасно. Я только что закончил работу над прототипом. Прошу вас. Я намереваюсь отправиться в Филадельфию, а затем в Европу. Пригласили прочитать лекцию в Лондоне. А, не могли бы вы известить мисс Хоуп? Конечно. Боже, Хоуп, что ты делаешь с этим сбродом? Разрушить город изнутри? Ты стала чудовищем. Что-то случилось, мастер Корман? Нет, нет. Так, просто воспоминания. Как я говорю всем новым рекрутам, которых гнетет прошлое, лучшее средство от сожалений – это запах пороха. Вы правы, полковник. Прототип выглядит внушительно. Осторожней с ним, мастер Кормак. Этим оружием можно уничтожать некоторые строения или ранить сразу нескольких человек. Но можно действовать и по-другому. В некоторых снарядах сильное снотворное. Если выпустить его в толпу, люди мгновенно уснут. Испытаем оружие. На двери для начала. Дверь можно взорвать гранатами. Прекрасно. Прекрасно. Вы готовы обратить это оружие против тех, кто сам хотел его использовать? На заброшенной фабрике неподалеку есть опасные вещи. Ясно, займусь этим. Yeah.
Ноги ласт. Нужно выбираться. Или... Славно потрудились, капитан. Дым было видно аж с Морриган. Будет хороший урок этим злодеям. Нью-Йорк в безопасности. Простите, полковник, но мне кажется, пара взрывов вряд ли позволит решить эту проблему. Он прав, полковник Монро. Шей, так ведь? Поздравляю. Ты спалил целое крысиное гнездо. Я Джек Уикс, а это Уильям Джонсон. Не знаю насчет него, но я рад знакомству. Да, взаимно. И, если честно, здесь слишком неуютно. Предлагаю послушать рассказ Шея за кружкой Эля. И первая пинта за полковником. В чем дело, мастер Кормак? Просто голова немного мутная. Похоже, наглотался газа. Я думаю, Эль вам поможет. Ну же, мы друзья, мы позаботимся о вас. Полковника. Мастер Кормак, простите мою прямолинейность, но настало время поговорить об этом открыто. Вы проявили верность идеалам тамплиеров. Вопреки, а может, благодаря прошлому, связанному с ассасинами. Манускрипт, предмет их поисков, в определенный момент попал ко мне. Как раз тогда, когда мои люди нашли вас.
Великий магистр лично поручил мне раскрыть его смысл, но, боюсь, задание мне не под силу. Я вверяю его вам, мастер Кормак. В вас я уверен. Я отбываю в форт Уильям Генри. Гарнизону предстоит бой с враждебными племенами и силами французов. Мы послали за подкреплением, но вряд ли оно придет. Я не питаю иллюзий. Этот гарнизон обречен. Я отдаю свою жизнь Великобритании, а душу отцу понимания. Полковник Джордж Монро. Капитан руля! Свободно! Нет времени, Гист. Полковник в опасности. В смысле в опасности? В форте Уильям Генри. Его вот-вот возьмут. Все по местам, бездельники! На позиции! Поднять якорь! Извини за бутылку, капитан. Представляешь, с тех пор, как мы встретились, прошел год. Сколько перемен. К лучшему. Надеюсь, ты простишь, что я начал праздновать без тебя. Целый год. Гист, скажи мне вот что. Давно ты узнал о том, с кем я имею дело? А, ты про соседей. Я 100 лет назад. Я, может быть, и пьяный, но не слепой же. Думаешь, я не бежал от какой-то кровавой истории? Но почему ты молчал? Ты мог сделать... Спас мне жизнь, разливался на осторожность. Будь я, наверное, я бы... Капитан!
Кайрами! Все готово, Сэм! Сядь на борта! Стоп-кат! Old Billy Riley was a dancing master. Old Billy Riley, old Billy Riley. Old Billy Riley, old Billy Riley. Old Billy Riley, master of a drogue. Old Billy Riley, old Billy Riley. Old Billy Riley, old Billy Riley. Master of a drogue, bound for Antigua. Old Billy Riley, old Billy Riley. Master of a drogue, old Billy Riley. Шей, как я рад тебя видеть. Джек. Полковник Монро сдался генералу Монкальму. Французы и Абнаки взяли Форт Генри. Джонсон должен был привести подкрепление. Но я тут никого не вижу. Абнаки повсюду. Ни правила капитуляции, ни слова Монкальма им не указ. Утром полковника и его людей отпустили, но их уже ждет засада. Жди тут. Вдруг появится Джонсон. Я защищу Монро. Спасибо. Может, я наконец смогу вернуть ему долг.
Только бы успеть. Только бы успеть. Отлично. Мастер Кормак? Нам надо спешить. Нужно собрать ваших людей на Морриган. С радостью, капитан Кормак. Все за мной. В безопасное место. Могу я спросить, что произошло в форте Уильям Генри? Плохая подготовка, не везение. Все было на руку Монкальву. Мерзавец. Он поступил весьма благородно. Его условия оказались не так суровы, как мы предполагали. Мы сохранили оружие и даже мундиры. И попали в ловушку. Я бы не рассчитывал на помощь французов. А вы? И я тоже. Вы снова доказали, что с тамплиером, мастер Кормак. Вы рискнули жизнью. Сейчас мы все рискуем, полковник. А насчет преданности? Разве я не ваш должник? Вы спасли меня. Дали второй шанс. Кормак? Нам надо спешить. Нужно собрать ваших людей на Морриган. Радуйся, капитан Кормак. Все за мной. В безопасное место. Могу я спросить, что произошло в форте Уильям Генри? Мерзавец. Так сурово. Мы сохранили оружие и И попали в ловушку. Я бы не рассчитывал на помощь французам. А вы? И я тоже. Вы снова доказали преданность тамплиерам. Вы рискнули. Сейчас мы все рискуем, полковник. А насчет преданности? Разве я не ваш должник? Вы спасли меня. Дали второй шанс. Вот уже год мы ведем дела вместе. Все это время ваша помощь была бесценна. Если вы чувствовали себя должником, долг вы давно погасили. Возможно. Ты жив? В атаку! В укрытие! Держаться вместе! Я сделаю все, что смогу! Продолжайте идти. Я проверю, все ли спокойно впереди. Мудрое решение. Прихожу людям немного замедлить его. Вот.
Does that to me? Быстрей, с Кисигабааси шутки плохи. Кисигабааси? Вы его знаете, мастер Корм? Да, полковник. Он человек Ахиллеса. Ассасин. Я знал его. Узнали, что я тамплиер. А еще он узнал, что вы живы. И заодно с вами. Это ведь очевидно. Скоро они пошлют кого-то за мной. Как и за вами. Мы ведь в ловушке, так? Да, мастер Кольман. Но выбора нет. Французы нас не убили, не убьют и теперь. Поднять паруса! Выполнять команду! Поднять паруса! Живее! Живее! Живей! Теперь я ваш должник, мастер Кормак. А я ваш полковник. Столько надо обсудить. Но я должен быть рядом с войсками. Сэр, я сопровожу вас к фактории Джонсона в Анакуаге. Что ж, тогда отплываем. Мастер Кормак, до встречи. Парселяй, бомбрам, селяп!